Только посмотрите, что произошло с этим зайцем. Он попал в лапы ястреба, но не сдался без боя. На этом видео вы увидите две невероятные схватки животных в лесу и на поле. Сначала это произошло в лесу где-то в России. Видео длится всего 40 секунд, но в нем есть все. Драма, интрига, экшен и счастливый конец. Вы не поверите своим глазам, как заяц умудрился вырваться из когтей птицы и убежать от нее. Если вы хотите узнать, как заяц отпраздновал свое спасение, этого нам не покажут в этом ролике, но думаю, он съел морковку. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.